Готовься к виду, а я поищу проход в штаб-квартиру Крюгерсек. Можно я оставлю чертеж отражения себе? В нем столько всего интересного. Значит, к чему было, станьте сетью. А после калибровки она регулирует твое самочувствие и уровень стресса. Ха, разве люди сами не могут? Тут рядом есть подхват. Не относитесь к этой доставке. Легкомысленно. Пункт доставки загружен. Платеж ждет подтверждения.
Тут рядом есть подхват. Автоматическая служба доставки пульса. Благодарю. Когда дойдешь до назначенной точки, я отправлю тебе борт. Что? На вертушке? Ладно. Пластик, я на месте. Отлично. Секундочку. Все. Там патрулировал борт. Я ему сообщила, что неподалеку нарушение политики. Рядом пролетит. Забери. Должны зависнуть, осмотреть здание. Что мне делать? Я боюсь. И правильно.
Я поговорю кое с кем в правлении, но ничего не гарантирую. Твоя позиция уже не так сильна, и твои недавние причуды ее не то чтобы учили. Наконец-то! Пилот идиот навигацию не знает. Я их остановила. Цепляй трос, пока не ушли. Я тут у всех на виду, пластик. Не волнуйся, ты укрыта их полем пальцем. Так, я на вершине щенка. Все кости целы, вроде. Извини, не получилось их увести. Придется тебе добираться до большого пса. Заключенных у них хранятся на главных серверах в Большом Псе. Попасть через шахты лифтов. Слуховые эффекты достаточно сильны для дальнейшего исследования, ведь так? Да, было бы очень кстати, если бы нам не пришлось полагаться только на зрение. Верно. Я завтра поговорю с директором Торреном. А что ты сегодня вечером делаешь? Планов нет, а что? А я, наверное, не выйду до следующей недели. Я думала, может, ты посидеть. Я на дне шахты лифта. Что теперь? Дай проверю. Ага, ты рядом с пуповиной. Иди через служебный тоннель наружу и там переходи.
Надеюсь, это все не зря. Ты первая, кто проникает в псов. Будешь легендой, если выживешь. Пластик, а что стало с твоей семьей? Она в Сероземлях, а что? А ты чего не с ними? Я сестру свою терпеть не могу, полная дура. У тебя сестра есть? Нет, но была. Когда проберешься по системе вентиляции, окажешься у главной серверной стойки. Это сердце Крюгерсек, город зеркал. Вот бы мне туда. Переключатель приоритета. Подключись, а дальше я сама. Серверная настоящий лабиринт. Ну да, ее не для людей проектировали. Строго машинное пространство. Функциональность. Небось красиво там. Нас обнаружат. Я могу ненадолго задержать сигнализацию, но полностью избежать обнаружения невозможно. Я бы тебя попросила описать комнату, но ты, наверное, занята. Ты занята? Извини, не обращай внимания. Конечно, занята, раз не говоришь ничего. Кума, кстати, привет передает. Кажется, ты ему нравишься. А ведь он никого не любит. С его алгоритмом эмоциональной реакции что-то не то, но что именно? Все, я на месте. Подключаюсь к переключателю. Теперь уходи, я начну расшифровку. Мне удалось отсрочить тревогу, но через несколько минут сработает. Быстрее всего уходить на шаттле для сотрудников. Он из главного лобби идет.
тебе можно попасть через вентиляцию. Я в лобби. Нет! Поезд уходит. Придется тебе ждать следующий. Все, они подняты по тревоге. Надеюсь, выберешься. Я в лобби. Нет, поезд уходит. Придется тебе ждать следующий. Все, они подняты по тревоге. Надеюсь, выберешься.
сейчас должен прибыть следующий поезд. Садись туда, я его выведу. А ну стой! Дальше технический проход, и я замедлю поезд, чтобы ты слезла. Есть что-нибудь про Ноя? Есть. Он вместе. Thank you.
Говорит центр. Объект сопротивляется. Вызываю все посты. Говорит центр. Отправлен код поддержки. Он был хорошим. Забудь, когда активируешь первую точку, фаерволы попробуют тебя отключить. И это плохо. Тебе нужно будет их опередить. Глаз моих пока на рогу тебя не пустил. Фейт, я не в настроении. Ты принесла чертеж? Нет. И мне нужна услуга. И новый дом, насколько я знаю.
А тебе не кажется немного странной моя затянувшаяся бескорыстность? Пожалуйста. Мне нужно найти какое-то царство. Фейт? Фейт, ты тут? Пластик. Наконец-то! Ты представь, Изабель Крюгер – неродная дочь Габриэля Крюгера. Он ее удочерил. Настоящее имя Кейтлин Коннорс. Ты ведь тоже Коннорс? Что если... Да. Мне надо с ней поговорить. Я думала, твоя сестра... Прости. Так Изабель Крюгер твоя сестра, Фейт. Однако, я тебе отправил примерные координаты царства. Ты кто? Фейт, ты кто? Я Пластик, друг Фейт. Не думал, что у Фейт есть друзья. Ну вот, есть. Фейт, я сравню это место с планами города. Может, что-то узнаешь, как поговоришь с Изабель. То есть, Кейтлин. У тебя есть доступ к полным планам города? Надо обдумать сотрудничество. Твой долг растет, Фейт. Не забудь, что его надо выплатить. Подойди сюда. Можешь мне помочь, Фей? Ah!
Надеюсь, Крюгер всех сюда за тобой не придет. Нет ее. Фейт, я нашла тебе внизу проход. Отправила точку. Он говорит, чтоб ты себя берегла. Похоже, там жуткое место. Фейт, если ты идешь за Ноем, я с тобой. Буду ждать у защитной двери. Когда спустишься глубже в тоннель, связь ухудшится. Покрытие пульса там очень слабое. Большая глубина. Интересно, кого еще конгломерат держит там, кроме Ноя? За последние годы пропало много людей. Я готов. Пошли. Икар, Пластик, у меня на пути большая защитная дверь. А, сейчас. Есть. Ого, ты прямо виртуальный мозг, Пластик. Они там потребляют много энергии, не говоря уже о данных. Частота как в новых охранных хабах. Видимо, это как-то связано. Я все смотрю на схему отражения. Там некоторые основные алгоритмы старше меня. Красивые.
очень глубоко, Пластик. А я о чем? Ясно же, что конгломерат хочет все это скрыть от чужих глаз. Я на месте. Масштабно. Отлично. Фейл, я разобрала ключевой маркер. Это зеркала для отражения. Оно основывает соединение, кому сделали инъекцию. Чем больше я слышу про отражение, тем меньше оно мне нравится. И мне. Я спроектировала наводчик помех. Сигнал отражения у меня работать не будет. Вот так просто? Конечно. Пришлось только рассчитать частоты генератора. Пластик? Эрик Мэггер переходит из обыв в убежище над землей. Внизу твоя сестра дышать не может. Что-то у нее с легкими. Я иду с ней, но не знаю, что это. Икар? Икар, ты тут? Пластик? Значит, я одна. Наблюдаем Фейт Коннор. Ты знаешь, что делать? Коннорс, да чтоб меня! Я тебя уже видела. У нас мало времени. Ищи терминал аварийного замка. Выберусь отсюда. Помогу тебе.
Фейт Коверс, да? Может быть, не одна. Пластик.
Я возвращаюсь. А, ты цела? Отлично. Как там Ной? Он не выжил. Ого. К тоннелям на Царском идут несколько отрядов Крюгерсек. Просто, чтобы ты знала. Я знаю. Твари. А это откуда? Мы вели твою сестру наверх, и тут жесть началась. Фейт, пора тебе меня навестить, как думаешь? Надо. Это же она! Сдавайся! Живо!
это Алин. Есть хорошие новости и плохие. Мы придумали, как отключить отражение. Навсегда! Да, но для этого нужен отпечаток самого Крюгера. Это плохие новости. Я его найти не могу. Видимо, он в отдельной сети. А без него у нас связаны руки. Мы сообщим, если что-то изменится. Значит, нам хана. Он победил. Какие люди? Ноги мне переломаешь? Давай, чего уж тянуть? Сперва закончи дело, а потом сломаем ноги, если хочешь. Нечего заканчивать! Ной погиб! Моя мама работала над отражением, сестра работает на Крюгера. Пластик. Фейт нужно провести в квартиру Габриэля Крюгера в виде. Конечно, Фейт. Я отправила координаты себе на пульс. Оттуда можно зайти в... Попасть еще труднее, чем в Псов. Там только вертолетная площадка сверху и главный вход снизу. И борт угнать, как в прошлый раз, не получится. Они изменили протокол связи, и теперь... Пусть бежит. А, хорошо. Не буду мешать. Помни о нашей сделке, Фейт. Фейт, мы узнали, как пройти за внешний охранный экран. Можно пробраться через музей искусства Маусов. Там тоже будут охранники, но обойти, я думаю, сможешь. Обходить не обязательно. Не понимаю, зачем люди ходят в музей искусства. У них нет логики и... Искусство не должно быть логичным, Пластик. Почему? Тогда в чем смысл? Пробуждать эмоции. Да любые реакции. Как отражение? Нет. Там поддельные эмоции. А искусство естественно. А я думаю, оно глупо и бессмысленно. Ничего, это тоже... Когда у нас будет отражение, все это закончится. Бегущая, сюда, пожалуйста. Thank you.
тебе дверь, Фейт. Сзади служебный доступ в здание. Музей закрывается. Везде Крюгерсек. Лучше их избегать. Нет. Пора к ним выйти. Я внутри. Отлично. Надо пройти через здание на верхний этаж. Оттуда, если схема не врет, ты сможешь попасть в лобби Крюгера. Thank you.
дошла до служебного входа. Когда закончишь, надо будет снова спускаться вниз. Дошла до служебного входа. Когда закончишь, надо будет снова спускаться вниз. А оттуда ты должна попасть в лобби. Охранники в квартире Крюгера отреагировали на сигнал в музей. Похоже, они хотят перехватить тебя в лобби. Пусть попробуют. Oh.
Когда пройдешь, должна, по идее, пролезть по шахте лифта в комнату. Это глупо. Должен быть другой путь. Других вариантов не вижу. Так, похоже, путь свободен. Пока что. Отлично. Надоело мне прятаться.
Да и Крюгер все равно еще не знает, зачем я тут. По крайней мере, пока. Ластик думает, что сможет подключиться к системе и... и загрузить отпечаток без его ведома. Я точно знаю. Он и не узнает, что мы его взяли. Но Фэй должна меня подключить. Круто. Фэй, тебе надо подключиться к личному терминалу Крюгера. Насколько мы поняли схему, в квартире есть рабочий кабинет. Попробуй там. Кабинет. Установи устройство, я скопирую отпечаток. Устройство поставлено. Подключаю. Готово. Теперь уходи. Фейт Коннорс. Где я, там всегда и ты. Как же я не узнал тебя при первой встрече. Ой, сестра очень похожа. Она меня больше не узнает. Фейт! От взрыва охранная система глючит. Я открыла дверь на террасу. Уходи оттуда, пока вертушек нет. Там есть дроны. Может, на таком можно спуститься? Ты вышла? Надо оттуда спускаться и быстро. Что-то так себе идея. Держи. На земле. Наконец-то. Рада слышать. Неси отпечаток сюда. Мы внедрим в него вирус отражения, и можно будет приступать. Может, тогда и Карл... Лучше уйти. Коми считает... Извини. В редких случаях созревание может вызывать легкий дискомфорт. Ах, как будто позвоночник изнутри чешется. Не так уж это и больно. Нет! Иди сюда.
выключусь. Фейт, как только я начну захватывать хаб, тебе нужно быстро добираться от одного до другого. Отлично, ты на месте. Подключись к отмеченной консоли, и я тоже подключусь. Фейт, как только я... Я на месте. Подключаю тебя. Начинаем. И теперь к следующему. Быстрей! Уже иду. Кто никогда не признает всю сложность моей работы? Попал! Подставь!
не признает всю сложность моей работы. Сложность моей работы. Заметили, что что-то не так. Они отправили патруль ко второму хабу.